7 октября 2022 года. Ленинградская область. О. Чудо. Чистейшей прелести, чистейший образец. Чудо. Гребницу прикроем. Повернула я голову. Сосновое чудо. Красавец. Так. Туманы над Ленинградской областью усилились. Теплые ночки к нам вернулись. И пошли боровички сосновые. Ой, вышли мы сегодня на прогулочку в сосновый бор. Ах ты. Так. Вау. Очарование. Ух, малыша слопали. Ой-ой-ой. Съели, но не до конца. Ой. Они действительно оживают. Боры оживают. А. И правы были те, кто корзинки еще не отправил в зимнюю спячку. Чудо. Ой. Ой. Чистенький. Сегодня наш маршрут пролегает в довольно живописных местах. Красавчики. Опенок серо-желтый. Ядовит. Ой. Запах сумасшедший. Эти несколько дней тепло к нам вернулось. И сосны снова стали источать свой удивительный аромат. Удача, удача, с тобой мы богаче. Ух ты! Ух ты! Чудо.
Чудо. Чудо. Вот это неожиданная встреча. Чудо. Так, это чудо. Если птичка не возмущалась, я бы и не обратила внимания. Что тут у нас? Ух ты! Гриб в форме сердца. Так. Вот такой вот боровой, уже поживший, уставший нас ждать. Поворачиваю голову. А вот и наш малыш. Боже мой. Ух ты. Красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Так. И наша игра по станциям. Для белочек. Ой. Запах сумасшедший. Всем, всем срочно гулять в сосновые боры. Сначала увидела след. И лишь только потом увидела малыша рядом. Вот так вот. Ух ты. Вот он. Боровичок. Лаковицы розовые. Съедобный гриб. Позвольте с вами познакомиться. Ой. Ну вот такой. Немножко пошел дождик. Красота выборгских боров.
А вот гиграфор поздний. Но вид ужасающий. А съедобный. Рядовка зеленая. Раньше говорили, что он съедобный. Но сейчас склоняется, что все-таки он вреден. Если вы заметили появившиеся целые поляны мухоморов, значит, где-то здесь есть белые. Двигаемся на поиски. Собираю я маховички. И вдруг вижу. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Здравствуй, дорогой. Боже мой. Какая красота. Два. О, хороший. Мы находимся на западе Выборгского района в Сосновых Борах. Ох, красота-то какая. И ничего себе. О, это кто у нас? Подосиновик, что ли? О, ничего себе! О, обалдеть! Ничего себе, гигант! О! Красавец. Приятное мгновение перекуса. Волшебные кочки продолжают встречаться на пути. Такой у нас получилась прогулка 8 октября 2022 года вокруг заказника Гладышевский. Фух. Ох, меня сегодня леший поводил. Я сегодня заблудилась в трех соснах. Три раза возвращалась на одно и то же место. Ой, у меня сегодня вечером спектакль. Фу, выбралась. Фу, успеваю. Бутусов. Спектакль «Р». В лесу не забалуешь. Казалось бы, выбрала очень простой маршрут. И так заблудилась. Фу, но выбралась.